Продувка вентиляционной системы. Восстановление уровня кислорода и азота. Продуктовый склад открыт. Отсек гидропоники, доктор Кросс, запись. Я не могу поверить в то, что вижу. Это безумие. Полное безумие. Я отправляюсь к рудной платформе. Слышала, что туда направились все выжившие. Джейкоб, я буду ждать тебя там. Неизвестный антиген введен в фильтрационную систему. Он все еще дышит. Иди и прикончи его, пока он не заразил весь корабль. Зона невесомости. Thank you.
Уровень кислорода возвращается в норму. Черт! Опять исчез. Я не вижу сигнала его Икса. Придется выбираться самим. У меня есть идея, как убраться с корабля. Я обнаружила аварийный маяк на рудной платформе. Если ты сможешь спуститься и включить его, мы пошлем сигнал бедствия. Черт! Не знаю, сколько еще выдержит эта дверь. Зона гравитации. Это наш единственный шанс выбраться живыми, Айс. На рудной платформе находится астероид, который готовили к переработке. Прикрепи к нему маяк, и мы оттолкнем его подальше от корабля, чтобы сигнал был четким. Маяк на инженерной палубе, астероид можно отгрузить из контрольной комнаты. Черт, контрольная заперта. Похоже, они держали аварийный ключ на перерабатывающей палубе. Могло быть и полегче, согласен? Не знаю, сколько еще продержусь.
платформа почему-то недоступна. Посмотрим, можно ли это обойти. Элизабет, но в этом проклятом ангаре нет ни одной шлюпки, пригодной к полету. Джейкоб, скорее! Мы должны найти маяк. Один точно где-то здесь.
Зона невесомости. Запор отсека переработки снабжен контрольным блоком. Если не восстановить гравитацию, он не откроется. Но ты не сможешь включить генератор тяжести, пока по отсеку летают эти объекты. Попробуй отловить их. Аномалия уничтожена. Thank you.
Это ключ, Айзек. Он позволит тебе попасть в контрольный центр, откуда ты сможешь запустить астероид. Да, и не забудь сначала прикрепить к нему маяк. Тут у меня еще один отчет о безумии среди колонистов. Похоже, все началось после вывоза обелиска с планеты. Пожалуйста, не забывайте своевременно перерабатывать отходы. Спасибо.
Доктор Кейн, что, черт возьми? Назад! Подойдешь еще на шаг, и я пристрелю его. Отдай мне коды доступа на грузовую палубу. Вы идиот, это переработка. С какого хрена у меня должны быть коды? Не ври мне. Мне уже надоела ваша ложь. Сейчас для меня главное забрать обелиск. Отдай мне коды. У меня нет их. Вы так же и капитана уделали. Давайте стреляйте, если хватит духу. Идиоты! Это единственный способ все остановить. Прекратить все это. Он совсем рехнулся. Вызовите охрану. Thank you.
Маяк, что ты ищешь здесь, рядом на складе? Мне кажется, я смогу отключить замок. Погоди. Я что-нибудь придумаю. Люблю тебя. Скоро все это кончится. Сигнал. Я же волнуюсь за тебя. Вижу, ты нашел маяк. Теперь иди к рудной платформе и закрепи его на астероиде. Я просчитала траекторию запуска. Если мы поторопимся, то отпихнем астероид на безопасную орбиту, откуда он сможет послать сигнал. Все еще ничего от Хэммонда, но в таком состоянии не думаю, что он выжил. Yeah.
Я открыла доступ к лифту на рудную платформу. Системы безопасности были активированы, но бесполезно. Смотри, у тебя есть и ключ, и маяк. Следуй на платформу. Мне кажется, астероид держит гравизамки. Перед тем, как запустить астероид, придется их вырубить.
Отдел переработки. Управляющий второй инженер Даллас. Запись. Это мое последнее сообщение. Я видел, что происходит с телами. Во что они превращаются. Я не хочу такого. По крайней мере, если у меня не будет конечностей, я не смогу убивать, даже если заражусь. Пожалуйста, передайте Дон и детям, что я люблю их. Господи! Еще одна! Еще одна! Зона невесомости. Thank you.
Зона гравитации. Зона невесомости. Зона невесомости. Вакуума.
невесомости. Зона вакуума. Гравитации.
Маяк запущен. Все системы в норме, сигнал четкий и ясный. Будем надеяться, что его услышат. Попробую настроить антенну приема. Мне показалось, что сегодня я видела своего брата. Он махал мне рукой, как будто все в порядке. Отлично. Я оставлю канал открытым, чтобы... Что? Антенна приемника не отвечает. Айс, ты можешь вернуться на мостик? Мы должны починить этот хлам, если хотим узнать, что нам ответили. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина.